Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Дима, и вы на канале Димасик Влог, и мы в Екатеринбурге с моим другом Вовой. Это Вова, он хорошенький пацанчик. И, короче, ребята, сейчас я вам покажу вид из окна. Готовы? Один. Два. Короче, три. Два. Один. Это офигенный вид из окна. Это просто очень красиво. И если вы хотите продолжение на улице, то сейчас я окажусь на улице. Чик! Ребята, мы находимся сейчас в гипермаркете. Сейчас вот скоро пойдем уже на улицу. Вот, уже одел шапку. Это мой друг Вова. Крутой чел. Если что, у него канал Бро Вова. Только там это... Их много, конечно, но там на русском написано, и там на картинке КамАЗ, если что. Он любит КамАЗы. Ну, короче, ребята, сейчас... У меня моделька была, 15 тысяч стоит. Круто. Вот сейчас идем, скоро уже будем в номере. Все, ребята, идем. Всем привет. Мы в номере, отдыхаем. Все, очень устали, но... Сейчас вы увидите фрагменты из поезда, как мы ехали. Я снял пару тиктоков, ну как сказать пару, много тиктоков, и сейчас, прямо сейчас я их вам покажу. Газированных напитков. Поехали! Матендей. Я не знаю, что это. 10 место давайте. Спрайт. Давайте 3 место. Очень хороший напиток. И 7-Up. Никогда не пробовал. Давайте 8 место. Вообще никогда не пробовал. Пепси. 2 место. Классный напиток. Доктор Пеппер. Я не знаю. 9 место пускай. Фанта. 4 место. Я вообще не знаю, что это. Что это за фигня? Я вообще не понимаю. Кока-кола! 1 место! Просто в соло 1 место. Red Bull. Я не фанат энергетиков. 6 место. И... Я вообще не знаю, что это. 5 место. Ну, короче, ребята, как вы уже поняли, мне весело. А сейчас я вам покажу очень смешную фотку. Это просто обман зрения. И сейчас вы... Поймете, про что я говорю. Если вы до сих пор не поняли, как я там очутился... Короче, сзади был проход туда. И если вы поняли то, что... Ой, блин, там штука же в воздухе висит, то вы не правы. Там зеркало. То есть вы видите, будто это все круглое, и просто я вишу в воздухе одна голова, но на самом деле там... находится зеркало. А если вам понравился данный влог, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. И если захочете, можете подписаться на ТикТок. Желательно скачать мод для ТикТока, чтобы вы смогли видеть мои видео. Всем пока!